Воркаут – это уличное направление силовых тренировок с собственным весом, без привязки к какому-либо месту или к конкретной тренировочной программе. Некоторые воркаутеры признаются, что частенько используют для тренировок автобусные поручни, лестничные перила, да и все, что только можно. Но частенько это приводит к травмам или разрушению госимущества. Специально оборудованная площадка более безопасна и удобна. Таких в Одинцовском районе насчитывается уже немало, но новая площадка в Лазутинском парке уже стала самой знаменитой в Подмосковье. Она занимает более 600 квадратных метров и спроектирована с учетом рекомендаций профессиональных спортсменов. Развитие и популяризация воркаута – важное направление районных властей. По сути дела, мы возрождаем все то, что было в нашей стране в советское время, когда практически в каждом дворе были спортивные снаряды, и там с большим удовольствием люди занимались физической культурой. И всем это нравилось. Но почему-то в определенный период времени все это исчезло из наших дворов, и вот, по-моему, настало время возрождать наши традиции. Но в отличие от советских, площадки от российской компании «Кенгуру Про» имеют более разнообразное и современное оборудование, мягкое и безопасное покрытие и не только. Хотелось бы добавить, что наша площадка еще добавлена элементами, конструкциями для людей с ограниченными возможностями. Это новая линейка нашей компании. В церемонии открытия приняли участие более полутора сотен человек. Для всех гостей участники молодежных движений «Оди Воркаут» и «Steel Brothers» совместно с Федерацией воркаута России показали спортивное шоу, выполнив на турниках сложнейшие акробатические трюки. После такого не остается сомнений в том, что одинцовские воркаутеры лучшие. И каждый желающий может взять у них мастер-класс, причем абсолютно бесплатно. У нас есть своя группа ВКонтакте. То есть, если вы хотите позаниматься, вы просто приезжайте к нам на площадку. Мы вам показываем упражнения, вы пытаетесь повторить. В принципе, на этом и основывается. И все же в основном на совместные тренировки приходят парни. Девушка-воркаутер – явление редкое. Почему? Не совсем понятно. Возможно, многим дамам мешает стеснительность, ведь переворачивание на турниках вверх ногами грозит оголенным животом или еще чем похуже. Однако упражнений на брусьях огромное множество, и сразу переворачиваться вас никто не заставит. Можно, например, начать с упражнений на плоский живот. Живот, тут первое упражнение – это поднятие ног вверх. То есть подняли в уголок, зафиксировали, подняли и зафиксировали. Также можно разнообразить это упражнение. Сначала согнуть ноги, потом выпрямить. То есть вот раз, два, три и опустили. Воркаутом может заниматься абсолютно каждый. Главное, в любой одежде. Нужно только перебороть свою лень и начать. Опозориться совсем не страшно, сразу не получается ни у кого. Зато уже через пару месяцев у вас появится возможность дополнить даже самую сложную акробатическую фигуру. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».